О возможных санкциях Евросоюза против Великобритании высказался госсекретарь премьер Франции Клеман Бон. В эфире французского телеканала BFM Business он заявил, что ограничение ЕС может ввести при нарушении Лондоном торгового соглашения после Brexit, а точнее невыполнение обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства. У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобритании соглашения, отметил Бон. По его словам, Великобритания ожидает разрешения на деятельность в финансовой сфере. Однако разрешения не будут выданы без получения ЕС гарантий в области рыболовства и по другим вопросам.